the dark. Think I fell in love with the lights at an early age. Planned a big one out, got two at an early stage. We bounce back, we move. Since back then I've had the groove. You take risks when you ain't got much to lose. That's why we get it cracking, tapping, mapping, then we're back inside. And cheap cologne, delete message or send a phone. We've been living it upright round here, we're uptight. I got a mate that's more than Marley done. I love a and a good time. Guess I'm my father's son. That's why we get this.
Очень здорово, что сегодня буквально все сошлось, чтобы создать великолепные условия для проведения нашего матча. Для вас сегодня работают Георгий Черданцев и Константин Генич. Говорит и показывает Division Rival самый бескомпромиссный режим. Жду не дождусь начала матча, Константин. Играть против хозяев поля сегодня будет сложно. Они в хорошей форме и привыкли играть на победу. В последних матчах они показывают хороший футбол, который приносит результат. Мы видим состав команды хозяев. Марк-Андре Тер Штеген сегодня в воротах. Маркиньос в защите сыграет вместе с Лораном Бланом в центре защиты. Алекс Ивоби с первых минут играет с Балком. Извини, что прерываю. Это отличный шанс забить. Бруно Фернандеш. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Виллиан здорово освободился от опекуна. Здорово! Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Посмотрим за Левандовски сегодня. Ему всего один гол остался до сотни. Все только этого и ждут, почему бы и нет. Он вообще отличную игру показывает в последнее время, и я бы поставил на то, что он сегодня забил. Отличный перехват, очень вовремя. Отличный проход. Левандовский. И удар нужен. Выше ворот проходит мяч, но удар был хороший.
свободную зону перед Хаким. Алекс Кибуби. Шанс забить сейчас. Штанга в друг вратаря. Толпы, блин. Вариант Тове. И чисто сыграно. Алекс и Воби. Эрлинг Холланд. Тове. Алекс Айвоби. Левандовский. Очень сильно они прижали соперника к воротам. Да, тут другие варианты были невозможны. Будем откровенны. 1-0 в нашей игре. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Левандовский на фланге получает мяч. Есть куда двигаться. Редкий случай, но и он тоже так может. Обыгрывает защитника Роберт Левандовский. Ван Дайк прерывает этот навес. Эрлинг Холланд. Эрлинг Холланд с мячом. Эрлинг Холланд. Гол! Вот так и нужно реагировать на пропущенный мяч. Они сразу же пошли в атаку и сравняли счет. Они продолжают идти вперед и ищут варианты для развития атаки. И мяч летит к партнеру. Это Левандовский. Вне игры фиксирует боковой, и с этим не поспоришь. Передержали мяч. Нужно было раньше делать передачу. И тогда бы из этой атаки могло получиться что-то опасное. Такой пас никуда не годится, мяч переходит к сопернику. Мяч перешел к другой команде. Пас дальше не прошел, перехват. И будет аут. Бернарду. Можно забивать. Офсайд этот похоже. Грубоватый, по-моему, отбор был сейчас, но свисток арбитра молчит. Можно продолжать игру. Сон Хын Мин. Мяч теперь будет у соперника. Есть кому в атаке помочь. Хорошая атака могла получиться, но не смогли они удержать мяч. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. И перебрасывает вратаря. Но не лучшим образом эта перекидочка получилась, надо признать. Ну а смотри, все-таки задумано это было неплохо, а вот исполнение, к сожалению, подвело. Вилья. Виллиан здорово освободился от опекуна. Левандовский опасно. Роберт Левандовский забивает. Классно сыграно. Никаких сомнений в завершающей стадии. После этого гола счет у нас стал 2-1. Тем интереснее смотреть. Отличный пас. Мяч за боковую уходит. Уверенно Товен сыграл на перехвате. Левандовский. Левандовский отправляет мяч в штрафную. Нельзя мяч давать обрабатывать, может быть опасно. И пас перехвачен. Виллиан. Виллиан здорово освободился от опекуна.
Товен. Ну что же, будем считать, команды присматривались друг к другу в первом тайме. Начинают второй тайм команды. И, похоже, пас дойдет до адресата. Очень хорошо он играет. Сейчас пас команду защитник. Бернарду Силва. Они переходят в атаку, и сейчас игра может набрать скорость. Эрлинг Холланд с мячом. Отличный момент, но оборона здорово тоже действует. Уверенно действует вратарь. Тувен теряет мяч. Роберт Левандовский. Удар нужен. Ох, хо-хо! Я надеюсь, все это видели, какой мяч получилось забить. 3-1 счет. Результативный получается матч. Сон Хын Мин. Из-за боковой мяч будут вводить. Товен. Навес в центр штрафной. Чистый отбор, обошлось без фола. Судья уверенно показывает на точку. Пенальти. Здесь спорить смысла нет никакого. Это пенальти и это предупреждение игроку. Да, все по делу. Разобрался арбитр. Реализует он пенальти. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Роберт Левандовский. Плохая передача, мяч перехвачен. Отличный пас! Можно было сейчас разницу в счете увеличивать, но удар чуть не точный получился. Пошли последние полчаса игры. От Бернарду Силвы мяч уходит сопернику. Такой пас, ну, никуда не годится. Мяч перехвачен. Салах! Умница вратарь. Сыграл надежно. Мяч от ворот отбил. Виля. Это может быть интересно. Назревает контратака. Потеря мяча закончилась для них. Попытка контратаки. Мяч в воротах. И это гол. 6 голов наколотили друг другу команды. И у нас 4-2. Виля. Как здорово он игру читает. Готов тренер замену сделать. Алекс Ивоби. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команду. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Эта потеря может стоить очень дорого. В ворота мяч все-таки попадает. Отлично он обыграл защитника. Еще раз гол посмотрим. Не скажу, что это сверхъестественный гол. Все сделано как по учебнику. Точно удар буквально в упор. Но именно это и называют классикой атак. В этой игре уже 5-2. Хоккейный матч. Мохамед Салах. Мохамед Салах неудачно в передаче играет. На фланге достаточно свободного места. Получается навесить в штрафную. Алисон отбивает мяч.
Гол! Еще один мяч влетает в ворота соперника. Плюс 4. Это больше, чем разгром. 6-2 счет. Не сомневаюсь, что сравняем. Пас не получился точным. Мяч уходит за боковую. Бруно Фернандеш. Даниэль Малин с мячом. Мяч за боковой будет введен в игру. Левандовский, опасно! Гол, гол, гол! Счет стал совсем неприличным. Восемьдесят первая минута. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Где мяч? В сетке мяч! В великолепном стиле они берут вверх сегодня. Если не согласны, посмотрите еще раз на табло. Счет говорит сам за себя. Фернандеш может пробить. Все-таки получилось забить, но отыграться будет очень тяжело. Времени почти не осталось. Очередной гол. Преимущество становится просто неприличным. Есть свободное место на фланге. Навес в центр штрафной. Дали мяч принять. Тут же прессинг. Это гол! Мяч переходит к сопернику. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Вроде бы хорошая, быстрая контратака намечалась, но одно неудачное действие, и, пожалуйста, мяч уже у соперника. Штанга! Забирает мяч вратарь, а этот удар в перекладину был очень... Финальный свисток раздается, и он фиксирует победу хозяев в этом матче. В этом матче они вчистую переиграли соперника. Отличную игру в исполнении Роберта Левандовского мы увидели. Очень хороший матч он провел.